Славянский район вновь был выбран для проведения крупнейших соревнований. С 13 по 15 мая в спортивном комплексе «Лидер» состоялся командный чемпионат Федерации настольного тенниса России среди мужских команд премьер-лиги. В наш город приехали 12 сильнейших мужских клубов России, в том числе и команда, представляющая Краснодарский край. Один из участников соревнований – спортсмен мирового настольного тенниса, заслуженный мастер спорта Республики Беларусь, шестикратный чемпион Европы, трехкратный обладатель Кубка мира, победитель гранд-финала и множество других крупнейших международных соревнований Владимир Самсонов. Он начал заниматься настольным теннисом в 7 лет. За всю свою спортивную карьеру он не только завоевал титул чемпиона, но и стал кумиром для всех любителей настольного тенниса и примером для подражания начинающим спортсменам. В Славянск на Кубани он приехал с хорошим настроением. А еще ему очень понравился наш город, атмосфера дружелюбия и хорошие погодные условия. Очень приятно быть в Славянске на Кубани, очень такой симпатичный город. Уже не в первый раз мы здесь, и всегда хорошая погода. В общем, очень приятно находиться здесь. Наряду с профессиональными спортсменами в соревнованиях приняли участие и те, кто еще не достиг высокого звания чемпион, но активно к этому идет. Филипп Куим в этот день играл за команду Краснодарского края «Кубань-Седин». Он бронзовый призер первенства мира по настольному теннису, серебряный призер первенства Европы. На этом спортсмен останавливаться не собирается. Буду также продолжать тренироваться, стремиться к тому, чего достигли выдающиеся игроки в настольном теннисе. Это мечта попасть на Олимпийские игры. Из разных городов России съехались мастера спорта международного уровня и участники Олимпийских игр. И все для того, чтобы поучаствовать в чемпионате России по настольному теннису среди мужских команд и завоевать победу. Перед началом настоящей борьбы состоялось торжественное открытие, на котором были представлены все команды. Такие масштабные соревнования не случайно прошли в Славянске на Кубани, говорит Виктор Батов, директор командного чемпионата Федерации настольного тенниса России, заслуженный тренер России по настольному теннису. Славянск на Кубани, он всегда отличался гостеприимством хозяев. И самое главное, что в те моменты, когда по каким-либо причинам занятости площадок спортивных другими видами спорта в городах и в связи с этим невозможностью проведения соревнований, вот Славянск нас выручал. Поэтому то, что здесь назначено, общий тур премьер-лиги, я считаю, что всегда он проходит на высоком уровне. Все питание, проживание находится в шаговой доступности. Вот, поэтому проблем нет, и все идет динамично. И как планируем, так и все и происходит. Это был всего лишь третий тур чемпионата. Впереди у спортсменов четвертый окончательный тур в городе Екатеринбурге. После чего в городе Сочи теннисисты сразятся в плей-офф, где и станет известна самая сильная команда-победитель. А пока по промежуточным итогам команда «Спарта НК», город Видное Московской области, заняла первое место. Серебро взяла команда «Факел Газпром», город Оренбург. На третьем месте оказалась команда Краснодарского края. Тина Копачевская, Игорь Ванчугов, программа «События».